Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, это игра Монструм. Заранее хотел попросить прощения за плохое качество звука, которое будет в дальнейшем, я его накладываю сейчас отдельно. Ну, так уж получилось. Я надеюсь, вы меня слишком корить не станете из-за того, что я просто пропустил тот момент, когда просто микрофон находился на несколько миллиметров, можно сказать, чуть дальше от нужного уровня, и так уж получилась у меня запись. Но игра от этого менее атмосферной не получится, так что надеюсь, вам понравится то, что я тут прошел, то, что настрадал, и приятного вам просмотра. Так, а вот мы начинаем. О-о-о. Здесь вам все видно? Слишком очень много граммы, я немножко, пожалуй, переборщил с ней, я саму игру еще не запускал, чтобы, так сказать, первые впечатления свои передать вам. Так, графика. Так, тут все у меня выставлено. Так, грамма. Давайте. Я не знаю. Я думаю, вот так вот нормально будет, да? Нет, это все понятно. Почему он на одну и ту же кнопку не приседает? Приседает он все-таки. Давайте. Пушка это ты. Значит. Так, это будет все на YouTube, но для меня здесь очень-очень-очень светло. Все-таки, чтобы не портить впечатление, еще немножко гамму меньшим уже. Чтобы оказалось темнее, пострашнее, что ли. Что мы можем здесь забрать? Серьезно, я играю первый раз. Я просто на YouTube. Туда. Как пока бежать не собираемся. Таймер. Нафиг не нужен. Ящик надо поставить тут. Когда нам пока не... Типа, когда мы откроем ящик один, через чего можно будет сюда сбежать. Это чё? Сварочный аппарат какой-то. Чё-то нехорошее это будет. Знаю по какой-то. Судя по шагам, очень тяжелый. Нас есть. Я по звукам. Проходим. Я не знаю. Пока он свалит. Судя
потому что я смотрел их до этого на YouTube. Обычно они очень быстро сваливают. Попали так попали. Где там замер? Блин, ну шади же они. Удалились куда-то в сторону. Встал где-то. Далеко плечо. Там он где-то. Ходит, падла тут. Отлично выбираться отсюда. Че это, сварочный аппарат или это баллоны какие-то, непонятно. Welding kit. Ну, я думаю, это сварочный аппарат. Всего да. Что нам сваливать надо? Не видел. Опять здесь. Да это так не пофиксили. Все еще впереди. Уровней сложности здесь нету. И так и осталось. Эти монстры. Вот за... Я еще немножко посижу тут. Какие-то звуки здесь не объем. Кажется, что он здесь ходит. Или он где-то там далеко. Эй, реально не хватает. Это ее главный минус. Все. Кто-то решил побежать. Да, походу. Сейчас заодно. Подождите, а что там лежит на столе? Включатель, нет? Включить электричество. Все равно светло. Какое-то новое помещение у нас. Сейчас решил постоять тут, наверное.
Ребята, обязательно надевайте наушники, кто смотрит через колонку. Можно передать. Перед дверь не получится. Даст лишних пару секунд. Не знаю, что это звук значит. Там сначала нижние этажи, потом можно будет. Всего лишь труба. Страшно. И спустились еще на один этаж ниже. Идти сюда сходим. Лучше не носиться. Еще одно место. Я не знаю, что мы здесь можем найти. Ящик, я хочу спрятаться. Немножко, немножко нет. Сек. Сюда сходим. Спрятаться. Сначала еще где спрятаться, потом уже почитать, может быть, записки всякие разные. Хотя бы так. Так. Рестар Баба. И запустите энергию. Сам. Maybe if I find some, I can power them. Телефон на букву. Телефон на энергию. Всем. Я слышу его.
like local system, maybe. Power to the array, I can make use of it. Вообще, если я перезапущу какой-то генератор там, если я восстановлю дачу энергию, то я смогу воспользоваться. Интересно, где эта хрень? Бак через стенку я видел, кстати. Еще не вышло. Тут дверь я не открывал. Есть что там? Сейчас просто глянем свой инвентарь. КПМ. Короче, моя голова убивает меня. Где я? Где мы? Еще инвентарь свой открыть. Еще канистра. Парк, бензин и фонарь. Так, бензином, походу, можно будет заправить. Давайте вниз спустимся и посмотрим. Где нет? Где-то неподалеку. Сказал бы даже хиромантия. Вещать нам пока фонарика хватит. Доверие. Очень важно. Ваше мнение. И где-то с... Количества нету. Ти. Батарейки, я не знаю, что это такое. Еще патроны. Честно признаться, я тут немного сыграл. То ли он вас реально не заметил, то ли он... Дальше. Падла вроде бы тихо. Давайте вниз спустимся, посмотрим, что там есть. Сволочь. Походу там что-то отогвало, нет?
Вали отсюда. То сейчас как выйду, вломлю тебе фонариком этим в голове. Испугался. Чё нас так на низ не пускает? Не знаю, еще раз попробую на низ сходить. Часа. Вертю. Кстати, она ему мешала. Опять снизу. Он уже не видел, куда мы побежали, да? Перейти раз от него уже в этом ящике прячусь. Сейчас, походу, найдет. Но не думаю, что он наверх бежит. Извини, конечно же, меня, но какой-то ты очень громкий. Спасибо. Вот так вот. Потише, поспокойней. Давай, уходи. И это все, что он может сказать. Ну, я думаю, четвертый раз нам везет, не повезет, нет. Скотина опять буду снизить. Ёп, БГСТ. Ну, как от него избавиться, а? Она сейчас точно спалит. Точно, блин, я вам говорю. Каталки не ходи. А давайте отвернемся. Мало ли. Мало ли. Нет. Нет. Не, чё, вот пластик это помогало. Ой, хороший ящик. Как этот, вот Шрёдингера. Либо жив, либо мертв. Переждать реально какое-то время. Дальше там уйдет. Все зайдется, разбежится, я не знаю. Что-то мы слишком быстро выходим. Думаем о хорошем, я не знаю. Мега вы сейчас возьмете. В окошечко свернете там на YouTube, поставите лайк под видео, возьмите ее, пока я жду, сижу. Приятно. Ну ладно. Тем не менее, ничего не сваливает. Зажмем кулачок. Хочу. Была не была. Дай мне хотя бы наверх вернуть. По-моему, в кризисе он как-то быстрее передвигается. Есть такое предположение. А, чёрт с ним. Тем шутки плохи. Давайте в... Не знаю.
шкаф. Добрый заурядный. Чуть на него прям не толкнулись. Он, походу, реально пускать не хочет. Так, что бы нам свалить, а? Нам вообще нужно найти батарейку и... еще подключить... здесь свет. Я не знаю, что нам это даст. Моток заработал. Хорошо, катер поплывет. Катер. Что дело, я не знаю, что это вообще. Хотя, может, появится тогда электричество на всем корабле. Хотя оно и так есть, но это, блин, это резервное питание. Назад не идем. Опять сюда. Давайте выше поднимемся. Вообще можно было бы даже на палубу сходить. Знаю, эта хрень ошпарится. Счета. Мы, походу, еще не были. Блин. Если я не собираюсь идти, поэтому сюда сходим. Часть корабля. Последний момент проскочили. Короче, только одни такие переходы. Ничего полезного. Заикнулся, что ничего полезного так не нужно. Хотя я еще не знаю, полезно ли это или нет. Тебе будет переключатель. Катер. Еще это как-то, я не знаю. Профессионально это называется. Так, дрель, кружка. Что это? Увеличили вместимость нашего рюкзака. Идти дальше отсюда. Чуть не нагвались, да? Чувствует. Блин. Уж подогнул. Валивай оттуда. Отсюда. Не знаю, но я какой-то слишком спокойный. Можно выйти на палубу. Идти здесь еще.
ничего нету. Сходим. Где-то рядом. Заказа просто стоит на месте. Все, нам налево. Хоть как налево уходи. Собственно говоря, палуба, да? Лучше пока внутренние помещения исследовать. К сожалению, только... Туда не наступал. Ничего серьезного? Чего нужно? Сюда. Чего ли в кулак? Так, камера. Переждем, сходим потом в направлении лево, короче. Но бензин он явно легко до двигателя. С вахтой. Дело разберемся для чего. Где-то было бы прикольно, если бы где-нибудь еще трупы валялись, но он же как бы перебил, а не знаю, выкинул уже их. Ходили, эти гаражи, эти были. Тренер разбитый. Я вволю в кулак. Возвращаемся обратно в шкаф, да? Время не сомневаться. Ясно, там камера, лучше туда не соваться. Чего? Ёбан.
вечно эту хрень наступать? Какие-то дырявые пол или что? Судно, блин, что, разваливается? Я на просто скрипит. Еще выше поднимемся. Сюда. Тут. Ходи тут неподалеку. Шли за газом. Валивать будешь? Подождем. Сначала этот наш. Что-то интересное лов. Извините, связаться нельзя. Нахрен. Пушка. Ясно. Ах, ну это относительно безопасно. Все тут. Все тоже не получится. Давайте выдвигаться. Сделись на камеру. Сейчас. Рядом. Скамейку у нас не получится. Далее тоже не получится. Что это безопасно? А двери, она кажется, спокойнее. Стоп, а мы тут были? Не, спасибо, не надо. Мы здесь не были. Если помню, стул был шал. Что это? Отев. Лазим, почитаем. Так. Писка. Батю нельзя записки читать. Так. Ай, короче, почитаем. Записка 14. Бери эту записку. Забудь об этом. Тишки играли, пацаны.
проваливать отсюда. Здорово. Еще бежим туда. Если успеем. Еще сюда нужно сходить. Не сегодня, да? Ёлы-палы. Вы прям спинным мозгом чувствуете. Суху сюда поставь. Я не знаю. Радость такая. Пошел отсюда. Радости. Уходит от нас. Может он так. Фух, так, дом сейчас не спалил. Сейчас не спалил. Хрень такая. О, блин, человек. Чё у тебя правая рука такая большая? Что у нас тут? Поп есть под обуви. Жавы. Что такое? Зиппо. Типа сварочная аппарат. Типа такая здоровая. Дзинь-дзинь. Полу лежит полезное. Читаем пока записку, да? Так, рядовенький какой-то переводик. Ладно, большинство морских духов обитает только в море, а не в доках. Вы должны попробовать расслабиться. Это поможет вам снять стресс, и чтобы не чувствовать себя одиноким. Как насчет погулять завтра ночью? Это ошейник был. Всего был ошейник. Чего полезно? Или это, может, я слепой, может, что-то пропустил уже? Можно... В любом случае... Не, хотя я знаю, что они тут вроде как разряжаются, но... Ладно, возьму его.
Бля. Я просто знал, куда я отступаю. Почему я сам себе приказал помнить это место. Сваливать сюда, отсюда, с этого этажа. Как везде побываю. Если не ошибаюсь. У нас тем временем два фонарика. Галка, бензин, срочная пара. Можно идти. Где лестница? Там. Идет на нас. Ёппа, ГСТ! Валь здесь. Почли мы на него. Что? Так, где отсюда? Где отсюда? Где отсюда? Иди отсюда. О-хо. Я выиграл дверцу. Такой сильный, да. Эту не трогай, а. Чего, если прошу? Идёшь, нет? Все еще тут. Понял, ты все еще тут. Или нет? Так. Здесь, походу, нам батарейка понадобится. Будем пока. Нужно найти ляха-муха. Мы искушаем судьбу. Лучше бы ее так не искушать, а. А я за стулом, меня не видно. Стулом-то, конечно, не очень хороший выходить. Это гребаная лестница. Точно не тут. Тут где-то тут. Заблудились. Сейчас вернем направо. Если нам дадут. Не было. Радио. Это хорошо. Чем телефон. Что это? Малинный фонарик? Я не знаю, но
Давайте брать все. Потом вам вытянем, да? Здесь я вам авторитетно заявляю, нужно все. Сейчас полочки обыщем. Народным языком. Шать показу. Сомнячимся тут. Сказал я. Начал обыскивать опять эти бесполезные полки. Висит. Мало ли здесь что-нибудь лежит. Еще один фонарик. Фонариков дают. Нашел. Что я нашел? Теперь нам нужно как каким-то макаком вернуться вниз. Сначала облутаем здесь все. Политок. Что у нас тут? Что нам это даст? Две канистры. Тащийся хрень. Я не знаю, что он это даст. Даст просто свет на этаже. А я-то думал, темнота друг молодежи. Че? Че от вертолета?
Гота. Идти наверх поднимемся. Лучше мост. Капитанский мостик. Не. Бридж мост или мостик. Мостик. Да хрень тут. Вроде как сваливает, нет? Вот шкафчик был. Сухо тебе получше, да? Спасло, значит, получше. Сейчас посмотрим, потыкаем здесь какие-нибудь кнопочки. Что-нибудь отдельное сделаем. Здесь нужные предметы можно найти в самых местах. Это не будем. По сути дела, на капитанском мостике же должна же быть какая-нибудь аварийная кнопка. Допустим, попал корабль. Крушение, да? Как вызвать? Пираты какие-нибудь сомались, я не знаю. Может быть какая-то связь. Телефон. Телефон должен связывать только лишь внутренним каналом. Допустим, с моторным отсеком и транским мостиком. Так, давайте накачаем. Здесь вот там дал команду. Эти все там уже прокачивают, все лодки спасать. По сути дела, если тогда лодку еще нам придется. В общем, это надолго. Лень, ты где? Лучше мне не знать. Как тебя накачать? Так. Что, обязательно цепь? Спокойно. Ай, блядь, точно, там же пластырь нужно еще заклеить. Давайте это пока здесь вытянем. Если что, не бежать. Отлично. Фонарик. Счастливый фонарик. Давайте этот фонарик здесь оставим. Не думаю, что
Камера нас не видит. Или нет? Смотрел на мой, теперь давай назад. Ходишь же. Что тут помещаешься в эту дверь? Ушел туда. Здесь не вышло. Мистик. Радио. Собираемся музыку слушать, да? Ебанутые. Танская. Еще одну записку. Прочтем, как только сможем, да? Думаю, нам вниз. Всего вниз. Идет за нами. Стопана не идет. Остался непонятно. Здесь не один. Субмаринная батарея. И фонарь. Еще от вертолета, блин. Уж так и не сходили, кстати, за вертолетом. Так, подождите, а вертолет же. Да, блин, у нас бензин есть. У нас ключи есть. Идемте искать вертолет. Нахрен нам эти, блин, субмарины. Сейчас заправим вертолет и сваливаем. Ошибку я допустил. Ушел сюда. Только нам, блин. Спуститься. Сейчас посмотрим. Да, реально ниже на 3 этажа. Точно такую же ошибку и сделал. Все хорошо. Это сделаем. Ты ж нас пропустишь сюда, да? Ты ж хороший мальчик.
так открываю ключи. Сука, это что такое? И вот мое движение, что ли? Тебе как-то надо. Хотя бы идем. Пошел в жопу. Это было близко. Ладно, я думаю, на сегодня хватит кирпичных серий. Так что спасибо, что смотрели. За Зепа. Обязательно лайк за мои страдания. В следующий раз у нас получится пройти эту игру. Лайк, подписка. Обязательно. Всего хорошего. Пока.